Сегодня я хочу порассуждать о том, какую именно стратегию Украина могла бы применить для победы над Россией в уже начавшейся войне на истощение. И хотя многие люди сейчас говорят, что в такой войне России украинцам победить будет либо невозможно, либо очень тяжело, я все-таки считаю, что выход есть, и более того, он достаточно очевидный. Вчера вот я рассказывал о том, как именно Россия сейчас теряет военные ресурсы практически по всем направлениям, но я думаю, эту мысль надо немного развить. Смотрите, у россиян люди достаточно быстро заканчиваются в мясных штурмах, так называемых. Авдеевка тут, наверное, самый яркий пример, хотя есть еще и ситуация в Угледаре, очень похожая. В Авдеевке счет идет на тысячи потерь российских в живой силе. Российские танки, БМП, БТР массово гибнут сейчас на минах. Целые тучи дронов камикадзе украинцев уничтожают российскую пехоту и бронетехнику, артиллерию российскую выкашивают хаймарсы, а корабли и самолеты российские уничтожаются дальнобойными ракетами типа Скальп, Storm Shadow, Атакамс и так далее. Все это не придуманная история, это объективно существующая реальность, подтвержденная видео и фото свидетельствами. Еще одно супер важное направление, конечно, о котором я забыл упомянуть, это все-таки дроны и радиоэлектронная борьба с ними. Про то, что дроны супер важные, нужные, незаменимые, я пою, наверное, с начала полномасштабного вторжения. Но надо сказать, что и радиоэлектронная борьба сейчас не менее важна, поскольку дроны, как вы понимаете, есть и у россиян тоже. И вот поэтому я вчера с огромной радостью, можно даже сказать, со счастьем настоящим, посмотрел видео командира украинского с позывным Мадяр, который создал и начал использовать какие-то новые системы джаммеров, то есть глушилок, способные ронять на землю даже самые лучшие российские FPV-дроны, то есть дроны-камикадзе. По словам Мадяра, с момента запуска этой программы удалось приземлить уже как минимум 300 российских дронов-камикадзе. Это очень-очень хороший результат. Ну и как видим на съемке, которую предоставил Мадяр, в основном эти дроны сажаются где-то в районе Днепра, ну, по крайней мере воды там много, видимо, Херсонская область имеется в виду, и эта информация полностью соответствует поступающим оттуда из низовья Днепра новостям о том, что Украина получила там очень серьезное преимущество в дронах и в борьбе с дронами, с российскими. Лишить противника дронов сейчас — это почти то же самое, что лишить противника артиллерии, ну, примерно год назад. Это очень важное достижение. Это невозможно просто переоценить важность этого достижения. Это очень круто. То есть мы видим теперь, что не только традиционная пехота, танки, артиллерия у Российской Федерации быстро заканчиваются, но и дроны тоже туда же. Поэтому еще раз хочу сказать, затяжная война ресурсов, которая началась, все еще может принести победу Украине. Но только в том случае, если Украина будет в техническом оснащении выше России, лучше России, желательно выше и лучше на голову. Иными словами, сейчас супер важен курс обмена ресурсов. Например, Россия в бою теряет 100 человек и 5 танков. Украина в этом же бою теряет 200 дронов камикадзе и, допустим, 3 ракеты от Хаймарса. Вот если размен будет по такому курсу идти, причем на долгом продолжительном отрезке времени, то Россия даже со всем ее населением, со всей ее экономической мощью постепенно начнет сгибаться и ломаться. Чтобы одновременно не начала сгибаться и ломаться Украина, вооруженные силы Украины должны больше использовать дронов и всякую другую электронику, и все меньше и меньше полагаться на пехоту, на людей, которых нельзя отремонтировать или которых новых нельзя тоже купить. Как об этом, как мне кажется, в общем и говорил Валерий Залужный в своем недавнем выступлении в журнале Economist. Можно ли создать ситуацию, в которой не всю, конечно, но значительную долю военной работы сейчас будет брать на себя техника? Те же дроны, дальнобойные высокоточные ракеты и снаряды? Ответ простой: можно. И даже нужно. И это уже начинает получаться. Опять же, разберем ситуацию под Авдеевкой. Там российские войска день за днем шли на штурм украинских позиций. В атаках участвовали в основном люди и техника. Все традиционно, все как обычно. Поэтому, собственно, потери россиян в людях и в технике были очень высокими. Они уже превысили 200 танков и 2000 личного состава, то есть людей только убитыми, раненых там еще несколько тысяч. Украинские потери не раскрываются, но мы знаем, я знаю, что потери эти, очевидно, в разы, если не на порядок меньше.
Почему так? Ну, тут несколько факторов. Выгодные географические позиции, конечно, то есть на высоте сидят украинские солдаты, россияне наступают снизу. Очень хорошее управление войсками, 110-я особенно бригада показывает себя в самом лучшем свете. Тоже, естественно, очень важный фактор. Заранее подготовленные укрепления, естественно, хотя тут были и нарекания, сказали, что люди говорили там, что не везде были хорошие заранее подготовленные позиции, но очень-очень важный фактор, на мой взгляд, это именно украинский технический перевес. Дроны «Камикадзе» потоком просто летели по наступающим россиянам, жгли их пачками. В небе постоянно висели дроны-разведчики, передававшие информацию командованию. Российским дронам при этом не давала работать украинская радиоэлектронная борьба. Тут я хочу привести мнение, что называется, с той стороны. Это пишет один из российских инструкторов, готовящих российскую пехоту. Этот человек довольно хорошо знает, что там происходит на линии фронта. Давайте его послушаем. Вот он говорит: за счет преимуществ в общей организации, в точности и поражающем эффекте своего артиллерийского огня, в том числе благодаря кассетным боеприпасам, противник способен наносить нашей пехоте действительно огневое поражение с затратой меньших ресурсов, нежели требуется нашей артиллерии для достижения аналогичного эффекта. Таким образом, наша, то есть российская артиллерия, вынуждена тратить большие объемы боекомплекта для поражения противника. Наша пехота, соответственно, регулярно оказывается без должной артиллерийской поддержки. А наращивание усилий для развития успеха может быть нивелировано эффективным огнем, огневым воздействием вражеской артиллерии. Конец цитаты. Проще говоря, он тут пишет о том, что высокое качество разведки и управления войсками, а также более современная, более модернизированная артиллерия позволяют вооруженным силам Украины добиваться успеха, несмотря на численное превосходство россиян. В этой ситуации российские ресурсы заканчиваются быстрее они заканчиваются, чем украинские, при том, что изначально их было больше. Это важнейший, ключевой момент, на мой взгляд. Украинская артиллерия, хаймерсы и экскалибуры в первую очередь, дальнобойные высокоточные ракеты и снаряды бьют по врагу с точностью, о которой он, то есть враг, и мечтать не может. Вместе с дронами, с разведкой, с управлением, все это работает как хорошо отлаженный механизм, благодаря четкой и современной цифровой связи, которой обеспечены украинские части. Кстати, россияне часто вообще сидят без связи, им ее глушат. Дело доходит до того, что российские офицеры иногда в прифронтовой зоне пользуются телефонами с украинскими сим-картами, обычными сотовыми телефонами с украинскими сим-картами, потому что эти сим-карты в прифронтовой зоне работают лучше, чем российская военная связь. Конечно, все эти разговоры этих солдат, российских офицеров массово прослушиваются, потому что, ну, я думаю, все видели или слышали ролики, где как какой-нибудь солдат российский или офицер звонит домой и жалуется на свою фронтовую жизнь. Это вот оттуда, собственно, и берется. Так вот, в этих условиях украинским войскам часто даже не надо вставать в полный рост и идти вперед. Россияне сами идут на украинские минные поля, на дроны, на хаймерсы, поскольку их командование решает часто не столько военную, сколько политическую задачу, спущенную из Кремля. В данном случае им нужно было захватить Авдеевку перед выдвижением Владимира Путина в президенты на очередной срок. Это выдвижение было запланировано на 4 ноября и, как видите, сорвалась эта история. Ну, примерно та же история сейчас происходит и на Херсонском направлении, усиление Крынки. Там Москва по политическим, по пиар-мотивам потребовала любой ценой у военного командования уничтожить украинский плацдарм на левом берегу Днепра. И россияне вперед пошли волна за волной, намереваясь сбросить украинские позиции в реку. Но из-за технического превосходства вооруженных сил Украины в дронах и в радиоэлектронной борьбе, вот которую мы видели в ролике Мадяра, в артиллерии, в связи, в разведке, все вот эти российские волны одна за другой разбиваются в пух и прах. Обычно россияне даже не могут подойти к украинским позициям на автоматный выстрел. Артиллерия их разносит, и дроны еще где-то далеко на подступах. Получается, что в современной войне технически превосходящая противника оборона оказывается намного выгоднее наступления. Если ты видишь противника гораздо дальше, чем он тебя, если ты можешь уничтожать врага еще до того, как он увидит твою линию окопов, если ты можешь в бою менять свои какие-то копеечные, но в то же время достаточно современные дроны на его противника старую, однако дорогую технику и главное на его людей,
то в этом случае ты будешь побеждать. Твои ресурсы будут истощаться намного медленнее, чем ресурсы твоего противника. Если враг большой, с огромным ресурсом, то он, конечно, будет держаться долго. Но арифметику не обмануть. В какой-то момент, может быть через год, может быть через два, в условиях затяжной войны даже большие, огромные даже ресурсы начнут заканчиваться. Кстати, это уже случилось, скажем, с российскими артиллерийскими снарядами, которые, несмотря на почти бесконечные советские склады с боеприпасами, они закончились. Теперь Россия вынуждена покупать снаряды в Северной Корее. В этой ситуации важно, конечно, лишь заставить противника постоянно идти вперед, чтобы он не переставал терять множество людей и множество своей боевой техники в этих бесконечных атаках. Вот именно это, насколько я понимаю, мы сейчас видим в Авдеевке на востоке и на юге в Херсонской области. Вот такая игра. Игра в основном от обороны на линии фронта, но с обязательным использованием лучших западных военных технологий она в принципе способна существенно обескровить российскую армию в затяжной позиционной войне, которая, повторюсь, уже сейчас идет. Но это еще не все. Украина довольно эффективно применяет и самые мощные западные вооружения. Вот с помощью дальнобойных ракет она постепенно уничтожает стратегические склады, аэродромы, самолеты-вертолеты, военные корабли и командование россиян в штабах в тылу. Ослабляя тем самым, конечно же, и фронт тоже. Ну, как так выходит? Потому что без нормального тыла фронту, естественно, всегда тяжело. А дальше будет еще тяжелее, поскольку усталость и нехватка поддержки у людей, сидящих в окопах, постепенно нарастает и накапливается. Вот эту усталость фронт и должен снимать, тыл должен снимать, но если тыл сам уничтожен, то усталость на фронте у людей накапливается и нарастает. Поэтому, с моей точки зрения, ситуация сейчас обстоит следующим образом. Если у вооруженных сил Украины получается занять позиции, которые постепенно разбиваются сотни российских танков и тысячи солдат, то эти позиции нужно держать и уничтожать все, что к этим позициям подходит. При этом даже нет особенной какой-то нужды идти вперед в атаку, по крайней мере, пока нет уверенности в том, что впереди все чисто и противник не ослаблен там до крайней ступени. А тыловые службы этого противника, его авиация, его флот не могут оказать фронту существенной поддержки. Вот тогда, наверное, можно и вперед пойти. Я думаю, что такая, вот именно такая стратегия вполне может оказаться успешной и даже привести к победе Украины в затяжной войне на истощение, которую навязала Россия, надеясь на собственную победу. Конечно, я не военный эксперт, я могу в чем-то ошибаться, но все-таки я думаю, логика тут вполне очевидна и даже не для специалиста. Как мне представляется, последние события на линии фронта вполне укладываются в эту логику. То, что происходит под Авдеевкой, то, что происходит в Херсонской области сейчас, вот это, собственно, оно и есть. Не в идеальном, конечно, исполнении, не как по учебнику, все-таки это война, на войне идеально ничего не получается, но довольно близко к тексту. Кроме того, в соответствии с этой логикой и с этой стратегией продолжаются и усиливаются удары по тыловой инфраструктуре россиян. Давайте возьмем вот только последние несколько дней. В Донецкой области был уничтожен огромный склад боеприпасов с кучей военной техники, включая вертолеты. В Крыму ударом ракет Storm Shadow и Scalp был уничтожен новейший российский ракетный корвет. Аскольд, про взорванные аэродромы с вертолетами в Бердянске, Луганске и Таганроге все уже, наверное, слышали. Но есть новости и покруче. В Донецке вот буквально вчера была уничтожена российская школа подготовки операторов дронов «Камикадзе». Там были убиты как и учащиеся, так и инструкторы. Россияне эту потерю уже признали и очень горько они сожалеют. Тут надо объяснить, что в современных условиях хороший оператор дрона стоит как, не знаю, целый батальон, если не полк танков или даже эскадрилья самолетов, если не больше. Я на самом деле не преувеличиваю. Почему? Потому что дроны сейчас наносят гораздо больше урона врагу, чем танки или самолеты вместе взятые. Сразу ряд, целый ряд действительно хороших, известных среди россиян пилотов, асов дронов «Камикадзе» были ликвидированы ударом «Хаймарса». Вместе с этими опытными пилотами там погибло еще множество обычных солдат, которые только проходили обучение на пилота дрона. Это тоже, кстати, ценные кадры. Почему? Потому что для управления дроном нужен действительно талант, абы кого в школу такую не возьмут. Это очень редкие кадры. В общем, удар... Именно этот удар по тылу, по российскому тылу, обязательно отразится на ситуации на фронте. Украинским солдатам, украинской технике станет немножко легче.
Ну и еще один удар по российскому тылу, я не могу обойти вниманием, тоже очень важная история. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ еще 1 ноября сообщил об украинском ударе по штабу российской группировки «Днепр», которая сражается в Харьковской области, извиняюсь, в Херсонской области. Ни подтверждения, ни опровержения этой информации из официальных источников долгое время не было, но вот вчера один из источников канала в ВДВ, в воздушно-десантных войсках, сказал, что удар этот действительно состоялся, и не только состоялся, но и оказался очень успешным. По данным этого источника, в числе ликвидированных сотрудников штаба группировки «Днепр» оказались, первое, заместитель начальника центра управления командования ВДВ Вадим Добряков, второй, начальник отдела оперативного управления штаба ВДВ Алексей Коблов, и третий, оперативный дежурный командования ВДВ Александр Галкин. Все трое полковники воздушно-десантных войск России, вместе с ними наверняка были ликвидированы или отправлены в госпиталь многие лейтенанты, капитаны, майоры, которые работали в этом же штабе. Как вы понимаете, штаб это всегда сильно больше, чем три полковника. Кстати, командир российской группировки «Днепр», генерал Михаил Теплинский, находится сейчас неизвестно где, о нем давно уже нет новостей, в публичном пространстве он не появлялся, вот примерно как раз с момента нанесения этого удара. Россияне говорят, что он в полном порядке, но не показывают его. Возможно, он ранен и пока не выздоровеет, будут его прятать. Кстати, сам этот Теплинский оказывается из Донецкой области. Я сейчас посмотрел. То есть он родился в Украине, потом позднее переехал в Россию. Отсутствие Теплинского уже не очень хорошо сказывается на российских войсках в этом районе. Они ничего не могут поделать с украинским плацдармом, как я рассказал. И в рядах россиян потихоньку на этом направлении нарастает определенный хаос. Недавно они, например, перестреляли около дюжины своих же солдат, которые шли в атаку. Это видео попало, точнее, это событие попало на видео. Ролик я, правда, не могу вам показать, потому что YouTube за такое банит, там за прям убийство людей в прямом эфире, что называется. Но было дело, можете поискать в районе Крынки, там поубивали этих, селения Крынки, поубивали этих людей. Но как бы то ни было, сейчас все более успешные удары ВСУ по важным целям в глубоком тылу россиян постепенно размягчают и фронтовые части вооруженных сил России. В моем понимании это и есть завершающий компонент успешной украинской стратегии в ходе начавшейся войны на истощение. То есть первый компонент — это игра от обороны, что называется, на фронте. Второй компонент — это максимально достижимое техническое превосходство. Условно говоря, нужно больше использовать дроны и полагаться на дроны, меньше пехоты. Пехоту нужно беречь. И третье — нарастающее давление на тылы противника с использованием высокоточного, дальнобойного, мощного оружия. Конечно, это всего лишь мое личное мнение. Я думаю, правда, что вот такая или похожая тактика, стратегия, наверное, даже правильно назвать, в принципе, может выкачать из Российской Федерации все ее военные ресурсы намного быстрее, чем такие же ресурсы закончатся у Украины. Вот на этой оптимистической ноте сегодня хотел бы уже с вами попрощаться.